Ребята, познакомьтесь, это мои новые друзья – косули. Еще их называют козулями и дикими козами, так как они очень похожи на коз. Это небольшие парнокопытные из семейства оленей. Красивые, стройные и подвижные животные. У них тонкие ноги с копытцами, небольшие уши и маленький хвост. У самцов есть небольшие рога. Косули питаются травой, листьями и молодыми побегами кустарников и деревьев. Также лакомятся грибами, ягодами, орехами и желудями. А уж как они любят яблоки и морковь! А еще я узнал, что голос косуль напоминает собачий лай. Да-да! Они умеют хорошо плавать и могут легко переплыть реку, например, Амур или Енисей. Интересно узнать что-то новое? Не пропускайте наши выпуски! Учитесь вместе с нами! С добрым утром, малыши!